сочетание. Смотрите и наслаждайтесь. Люди с давних времен стремились познать любовь. Старались поймать, удержать, объяснить. Но сущность любви так и остается для нас загадкой или тайной. И это великое чудо, когда встречаются два человека. И лишь они чувствуют то самое необъяснимое, что понятно только им двоим. Вы знаете, каждая девушка с самого детства мечтает встретить настоящего мужчину. И он такой. Он настоящий. Он искренний. Он любящий. Он не просто половина судьбы. Он мужчина, который добился своего счастья. Тот, кто непременно сделает ее самой счастливой на свете. А она наверняка всю ночь не спала, ожидая этого момента. И думала вновь и вновь, как шаг за шагом она будет идти к самому главному, к самому прекрасному мужчине своей жизни. Ну что ж, друзья, и сейчас я прошу вас встать и поприветствовать самую счастливую пару. Встречайте, Ольга и Александр! Громче аплодисменты! Громче, громче, громче! В этот торжественный момент вся Вселенная наблюдает за священным таинством. То, на что вы сегодня решились, это прекрасно, ведь отныне вы будете единым целым. На это идут те люди, у которых доброе сердце, искренние мысли и те, кто умеет по-настоящему любить. Каждый на этой земле ищет свою половинку. И вы счастливые люди, вы сумели ее найти. И главное, то бесценное, что у вас есть, пронести через всю вашу жизнь. И помнить, что счастье другого человека хранится ваше собственное счастье. И перед тем, как я задам вам главный вопрос, я хочу, чтобы вы взялись за руки, посмотрели друг другу в глаза и дали клятвы вечной любви. Клянусь, да, на вечно. Я клянусь любви на вечно. Ваши аплодисменты. И я хочу задать вам главный вопрос. Александр, готовы ли вы всю жизнь быть с этой прекрасной девушкой, разделять с ней часы счастья и минуты горя, быть настоящим защитником в вашей семье? И является ли ваше желание добровольным и осознанным взять в жены Ольгу? Ваш ответ? Да. Аплодисменты у нас первые. Ольга, готовы ли вы свято хранить вашу любовь и домашний очаг, быть верной супругой и лучшим другом вашего спутника жизни? И является ли ваше желание добровольным и осознанным взять в мужья Александра? Ваш ответ? Да. Аплодисменты у нас два. Да. Ну что ж, народы говорят, на свадебные кружки вступить, благословение с неба получить. И сейчас я прошу свидетелей расстелить свадебный ружник перед нашими женихом и невестой. А теперь подождите, возьмитесь крепко-крепко за руки. И сделайте этот шаг уверенно и вместе на счет три. Раз, два, три. Аплодисменты! С вашей
вашего шага на рушник начинается ваша семейная жизнь. А символом бесконечной любви будут ваши обручальные кольца. И я прошу в знак верности и единства обменяться ими. Объявляю вас мужем и женой. Прошу, дорогие.